Краснодарский аэропорт под новой системой защиты. Условную атаку дронами провели вблизи взлетных полос. Систему противодействия беспилотным летательным аппаратам гражданского назначения протестировали в аэропорту Краснодара. Обновленный комплекс защиты под названием «Атака ДБС» успешно прошел испытание. Система, созданная специалистами холдинга «Росэлектроника», действует в случае проникновения чужих беспилотников на частную территорию. Во время испытаний была реализована атака дроном на аэропорт с разных дистанций, как с ближних, так и с дальних, а также на различной высоте, на расстоянии от земли в 30-40 метров. Перед нами расположена центральная консоль управления системой атака ДБС. На ней располагается карта защищаемого объекта, показано расположение ячеек, показаны зоны действия каждой ячейки, подсвечиваются зеленым цветом, и отображается история проникновения БПЛА на защищаемый объект. По поставленной задаче дрон был обнаружен на расстоянии в 1,5 километра и распознан как несанкционированный, после чего система защиты блокировала подаваемые ему сигналы навигации и обезвредила. Комплекс «Атака ДБС» был спроектирован еще в марте этого года. По словам его создателей, данная система не нарушает работу других коммуникативных и навигационных каналов связи, а лишь тех, кто пытается незаконным путем проникнуть на территорию аэропорта.